Так, все спрашивают, чем же все-таки я работаю? Ну, давайте познакомимся с моим инструментом. Да, как видите, я предпочитаю расчески все белые. Ой-ой. У меня здесь, естественно, в основном расчески. Видите, для всех типов волос у нас идут, и мужские, и женские. Зубья у меня, видите, нет ни одной длины одинаковых зубьев. То есть все разные для разного... Да, среза для разного захвата. Эту я, как правило, использую либо на очень длинные волосы, либо на мужские стрижки. Все остальные, вот это вот у нас тоже чисто мужская, чтобы за ушко подлезть. А все остальные, это универсальные расчески, идут для всех стрижек. Хотя никто не отменяет и этой расческой стричь женщин. То есть просто кому как удобнее в руке держать. Вот эту расческу я использую исключительно для причесывания мокрых волос. Если вы посмотрите, у нее совершенно тупые зубья. Большие, редкие. Она идеально причесывает именно мокрые волосы. Расческа это такая уже, скажем так, видавшая виды. Это расческа Голдвелловская. Вот такой расческа, это обыкновенная, это самая первая моя расческа, которую я когда-то покупала. Значит, ей уже, я не знаю, сколько лет, может быть, лет 25. Она не ломается. Я использую ее для тех красителей, которые предполагают прочесывание. То есть разрешено. Не все производители, как вы знаете, разрешают причесывать краску. Да? Но те, которые производители разрешают по технологии, вот я эту расческу использую. Ну, как видите, это у нас мужская расческа для мужских стрижек с помощью машинки. Использую, ну, скажем, не часто. Мне все-таки больше нравится работать руками, либо просто чисто машинка без расчески. Так, естественно, здесь у нас идут дальше хвостики. Это вот в отдельной графе. Это тоже там у меня в самом ряду, внизу расчесочка. Тоже для причесок. В общем, короче, это то, что используется для прикорневого начесывания, деления прядей, то есть это расчески редко используемые. Что касаемо инструмента, да, ну, во-первых, я храню все в кобуре в кожаной, как видите. Эта кобура тоже это одна из самых первых моих покупок, когда я только начинала заниматься. Это мне сделали в Воронеже. Это натуральная ручная работа. Сноса кобуре, конечно же, нет. Вот что такое ножницы филировочные, да? Это, если честно, баловство, да? Филировочные ножницы я использую исключительно на мужских стрижках, и то не на всех. То есть это не мой основной рабочий инструмент, поэтому, мне кажется, филировочные ножницы могут быть абсолютно любые. Самое главное, это рабочие ножницы, которыми вы стрижете всегда, вот. Это мои есть рабочие ножницы. Это Ягуар. Я очень люблю, саблевидная форма, очень она мне удобна. Самая большая как бы фенечка в этих ножницах. Здесь есть крутящееся поворотное кольцо. То есть, если я, например, допустим, кого-то стригу, я могу не поворачивать руку, как мы все это делаем, да? А я поворачиваю всего лишь кольцо, вот оно у меня здесь в повороте, и у меня меняется угол среза. Что очень удобно. Ножницы не дешевые, но если для вас это не важно, для меня это важно, чтобы я лишнее дело движения не делала. Поэтому у меня вот такие ножницы. Вот, есть у меня еще одни ножницы, которые, ну, я уже не использую. Скажем так, но лежат. На всякий случай, не знаю. Это просто чисто скользящий срез. То есть стричь ими не очень удобно, потому что волос выезжает из среза. Ну, если вам надо сделать какой-то слайсинг, то пожалуйста. Вот ими это тоже Ягуар. Ну, в общем, эти ножницы тоже у меня не ходовые, так как это ножницы универсальные, самые-самые лучшие. Я ими делаю все. Мужские, женские стрижки, слайсинги, филировки. Все, что угодно я делаю вот этими вот своими простыми ножницами. Самыми любимыми.